Учитывая возросшее количество атак РПГ на танки, танкисты в последние дни предпринимают дополнительные меры по их защите. Они начали наваривать дополнительные решетки на башне, укрепляют их также кирпичами и различными подручными предметами, которые находятся. При этом, кроме этих самодельных дополнительных защитных средств, динамическая защита по-прежнему продолжает выполнять свои функции. Кроме того, с бортов танка прямо поверх динамической защиты навариваются дополнительные листы, которые усиливаются различными материалами. Увеличение слоев защиты однозначно должно помочь защищенности танка и повысить вероятность выживания экипажа при попадании. Экипажи используют все возможные подручные средства для того, чтобы в этих сложных условиях защищать свои танки максимально. На БМП сорванные штатные бортовые экраны заменяются самодельными. При этом для увеличения эффективности рассеивания кумулятивной струи промежуток между новым экраном и броней заполняется различными рассеивающими кумулятивную струю предметами. Агентство «Анна Ньюс». Василий Павлов, Андрей Филатов, Дмитрий Ершов, Виктор Кузнецов, Дарая, Сирия.